Thank you for tuning in to Faith Connection. Obrigado por sintonizar a conexão da fé. Спасибо за то, что вы настроились на программу взаимоотношения через веру. Мы хотим помочь вам обрести взаимоотношения с Богом. Здравствуйте, меня зовут Самуил Уилсон. И сегодня мы хотим изучать о вере. Мы хотим видеть, что говорится в Библии о вере. Бог говорит, что мы должны прийти к нему через веру, но очень часто бывает, что жизнь не учила нас верить. Очень часто наш опыт в жизни показывает нам, что опасно верить кому-то, доверять кому-то, и поэтому мы не быстро верим. И он Скорее всего, это, наверное, хорошо. Но в Библии показывает нам, что Бог достоверен, и мы можем доверять Ему. Но мы могли спрашивать у, у, у себя, ну, откуда я найду веру? Мне нужна вера, чтобы подойти к Богу, чтобы спастись, но откуда это взяться? Я, я не знаю, откуда найти веру, а как я могу верить. И здесь мы будем сегодня видеть в истории Авраама, как он приобрел веру, чтобы верить в Бога и получить огромное благословение. Я думаю, что это будет вам интересно, надеюсь, и полезно. Когда мы начинаем читать Библию, мы видим, что Бог обещает нам очень великое, очень удивительное вещи. Есть такие обещания, которые просто радуют сердце. В Римлянам. Десятая глава говорится, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Смотрите, показывает, что если мы верим, а, если мы будем исповедовать и будем верить, что Господь спасет нас от греха, это прекрасное обещание Бога. Есть другая, а, Римлянам, восьмая глава, говорится, Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к благу. Подумайте об этом. Он говорит, если мы любим Бога, что если мы призваны по его изволению, все содействует к благу. Вы можете верить, что в вашей жизни все содействует к благу? Я подозрительно смотрю на это и думаю, что, ну, серьезно? Потому что мне не всегда кажется, что все содействуют ко благу. Бывает у меня в жизни плохое, бывают проблемы, бывает беда, да, какие-то содействия к благу. Могу ли я верить в том, что Бог сказал? Могу ли я доверять Богу и Библию, и Его обещаниям? Это здесь очень важный вопрос. И такой вопрос был у Авраама. Авраам, он тоже боролся с этим вопросом, можно ли верить Богу. И давайте посмотрим, что Господь обещал Аврааму. В Библии говорится, когда Господь начал работать в жизни Авраама, мы читаем... В Библии, в Бытие, 12 глава, 2 стих, Бог обещал ему, Он сказал, «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Здесь очень много прекрасного. Здесь это, это Божий завет с Авраамом, и мы видим очень много интересного. Но я хочу, чтобы мы смотрели особо на первые слова. «Я произведу от тебя великий народ». На самом деле, Авраам в то время, ему было 75 лет. Но люди в то время жили долго, и поэтому это не слишком старый. Но все-таки это и не молодой. Ему было 75 лет, и он со своей женой Сарой, они очень хотели ребенка. Они, они хотели иметь ребенка, они стирались, они молились, но не было ребенка. Это было не Самое важное, и не было ребенка. Это было большое горе для них, что что было без, де, без детьми. А, и здесь мы видим в этом стихе: что Господь обещает: Я дам вам ребенка. Слава Богу, такое обещание. Я уверен, что когда Авраам слышал, эти слова я произведу от тебя великий народ. Он думал, что, ну, если будет великий народ, все начинается с одним ребенком. Точно значит, что Бог даст нам ребенка. Слава Богу! И он, я уверен, что он со своей женой очень радовался в этом, что будет ребенок. Ам, ну, смотри, Господь обещал ребенка, но они не родили. И ждали, и ждали. Через 8 лет ничего не произошло. А, через 8 лет мы, мы видим, что Он начал сомневаться, можно ли доверять Богу, как мы иногда начинаем сомневаться, а можем доверять Богу. Бытие, 12 глава, это уже через 8 лет говорится, говорится так. После сек происшествия было Слово Господа к Аврааму и вид, видение и сказано, не бойся, Авраам, я твой шит, награда твоя весьма, весьма велика. Господь говорит, он приходит к Аврааму и говорит, не бойся, я твой шит, я награда твоя. Слава Богу, конечно. Но Авраам говорит, Господь, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, бездетным. А, он говорит, ну да, конечно, Господь, ты, ты великий, ты, ты, ты шитый, награда, и слава Богу, но... Ты забыл? Ты обещал, что будет великий народ. Если будет не великий народ, должен быть ребенок. Восемь лет прошло, а где ребенок? Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. И потом Он говорит: Ну, по нашим правилам, если нет ребенок, значит, что человек, который служит, у меня будет наследником, раз приедет в доме моем этот Элизер из Дамаска. И сказал Авраам: Вот, ты не дал мне потомства. И вот дома чадец, мой наследник мой. Он говорит: Смотри, Господь, и ты обещал ребенка, и я ожидал. Но ты не дал. Ты не дал мне ребенка. И сейчас получается, что этот человек, дом, домочадец мой, он, он родился у нас здесь, и он служит нам, а, наверное, он будет моим наследником. Но я ожидал, что ты дал мне ребенка, потому что ты сказал, что будет, что будет у меня. Но давайте посмотрим, как Господь отвечает. Здесь говорится, и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Вспоминай, что Авраам в это время был 83 года. Авраам был 83 года, и, но Господь здесь говорит, этот человек, он не будет твоим наследником, тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Дальше, и вывел его вон и сказал, посмотри на небо. И сосчитай звезды, если ты можешь шесть их. Конечно, он вышел и смотрел, и везде он видит звезды, и, 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 и считать их невозможно. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Господь говорит, не ожидая одного ожидай, что Господь даст тебе столько потомства, что ты их не можешь читать. Это удивительно. И здесь очень-очень важный стих в Библии. Не забудь, мы вернемся к нему. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Так здесь, 83 года Аврааму, он говорит, Господь, ты обещал, но нету ребенок. Что? И Господь говорит, не бойся, твой ребенок будет, и будет больше, чем звезд в небесах. Не волнуйтесь. И Авраам, ему 83 года, но здесь говорится, что он поверил Господу. Это важный момент. Будем больше говорить об этом. И, в, и Бог вменил это, ему это в праведность. Давайте дальше смотрим. Этот день прошло, и Авраам, и Сара, они ожидали ребенок, и ожидали, и ожидали. И еще много лет прошли. Много. В конце концов, он был очень стар. Аврааму 99 лет а Сара, Сара 89 лет. Старые, старые. И уже он был слишком, слишком стар. И у Сары, ну все, ее, ее, время уже прошло. Она уже не могла родить. Что Авраам делал? Он верил. Он сказал, мы, мы читали, что он, он поверил Богу. И Господь менил ему в эту праведность. Он верил в это. Но когда ему было 29 лет, еще 16 лет прошли, 16 еще лет, и он уже старик, и придет к нему Бог и еще два с Богом, пришли к нему и сидели за столом с Авраамом и разговаривали. И еще раз мы видим разговор. Давайте смотрим, что говорится в это время. Здесь мы читаем уже восемь, это, это уже Бытие, 18 глава. И сказал один из них, это Бог говорит ему, я пят буду у тебя, значит, что я пришел сегодня в гостях, но я приду еще раз. Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. Он говорит, смотрите, я приду еще раз, а в это же время, значит, что в, следующем году, в это же время я приду еще раз, и будет у вас ребенок. Ну, смотри, Авраам, Аврааму 99. Значит, что когда он будет 100 лет, серьезно? Когда Сара будет 90, уже поздно. Это трудно верить. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары, и в леток преклонных, и обыкновенная у женщины у Сары прекратилась. Сара, поэтому Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Ха, меняли, когда я состаралась, и сия утешение. И господин мой тоже стар». И сказал Господь Аврааму, чего?» это, рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состаралась? Я люблю эти слова. Есть ли что трудное для Господа? Подумайте об этом секундочку. Есть ли что трудное для Господа? Какая задача, какая задача, что Бог не может это делать? У нас есть проблемы, у нас есть разные вопросы, которые трудные для нас. Но это трудно для Господа? Нет. Нет. Он говорит: есть ли трудно для Господа? Нет, ни в чем. В назначенном строке. Буду ли я, буду я у Тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Господь говорит: что смотри, в следующем году. Будет сын. Тебе будет сто, ей будет девяносто, и будет сын. Она может смеяться, но это правда. И будет. Такой у нас Господь. Сара смеялась, она сомневалась, она не видела, как это может быть. Но Авраам уже давно поверил в Господа, и он, он верил. Будем смотреть дальше. Но давайте продолжаем читать историю здесь. Бытие сейчас 21 глава. И мы читаем, что случилось. «И презрел Господь на Это Бытие 21 глава, 1 стих. Презрел, «Презрел Господь насару, как сказал, и тела Господь саря, как говорил». Как презрел, как сказал, тела как говорил. И что? «И Сара зачала...» «И родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог». Ну, что вы думаете? Конечно, Бог сделал то, что он обещал. «И нарок Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И, и родился Исаак». И это такое прекрасное время. Смотрите, что Бог... То, что обещает, то и делает. Он обещал, когда у Авраама был 75 лет. А исполнение этого пророчества, это, этого, это, это, этого обещания, это только когда ему было 100 лет. Он ждал 25 лет. Он ждал до того, как он стар, что Сара и он, они не могли уже зачать ребенка. Но все равно Авраам верил в Бога. Он доверял Богу до конца. И Господь сделал то, что он сказал. Господь сказал, что будет ребенок, и это было, даже когда невозможно было. Это удивительное событие, когда родился Исаак в старости у Авраама. И, и я хочу, чтобы мы открыли здесь римлянам а uh, здесь мы, мы видим, что Господь обещал, что вначале Авраам сомневался в этом, но потом дальше мы видим, что Авраам поверил Бога, и Бог вменил это ему в праведность, но он поверил. Поверил, когда невозможно было, поверил, когда он уже не смог, как он мог верить, откуда у него такая вера. Вот этот вопрос. Для Авраама, откуда у него вера? И для меня, и для вас. Подумайте в вашей жизни. Вы верите? Вы доверяете Господу до конца? Очень часто мы смотрим на его обещания. Он говорит, если вы будете исповедовать и веровать в Иисуса Христа, спасешься. Или он говорит, все содействует к благу. Мы что да серьезно. Мне трудно верить, что все содействуют к благу. Мне трудно верить, что Господь действительно будет простить мои греки. Он же знает, что я делал. Я грешил. Я делал очень плохое. Ну как может просто так простить меня? Не верю. И очень часто у нас веры нет. Мы слабы по вере. И поэтому нам нужна вера. Откуда мы можем найти такую веру, как как была у Авраама? И когда мы изучаем Послание к Римлянам, здесь Святой Апостол Павел написал. А, здесь мы читаем Послание к Римлянам, четвертая глава. Говорится о том, откуда мы можем найти веру. Смотрите, что Апостол Павел написал о Аврааме. Здесь Римлянам 4 глава 17 стих. Как написано «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Давайте повторим этот стих и, и смотрим точно на что он говорит. Написано «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом». Здесь Апостол Павел напоминает на нас о том, что Господь обещал Аврааму, что он становится отцом многих народов. И потом показывает нам о вере Авраама, которому он поверил. Он, Авраам, поверил Богу. Он слышал это обещание, и он поверил. Почему? Потому что он понял, кто это Бог, которому он поверил, живо творящим мертвых. Такой Бог, который может воскрес... Воскрес... воскресать мертвых. И называющим несуществующее как существующее. Бог может смотреть на то, что не существует, и говорит, да, это будет, как будто это уже существует. И если Господь так говорит, так и будет. Следующий стих. Он, Авраам, сверх надежды, поверил с надеждой. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Здесь, когда говорите, он сверг надежды. На самом деле, когда ему 75, он мог надеяться в ребенке. Когда 83, возможно, еще в это время он мог надеяться. Но когда ему 99, это уже сверх надежды. Когда надежда должна была умереть, он все равно поверил. Он сверх надежды поверил с надеждой. Через что сделался отцом многих народов? Через такую веру он стал отцом многих народов. По сказанному, вот так многочисленно будет семя твое. 19 стих. И ни из изнем, не из немогшей он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сарына омертвенный. Здесь этот стих очень важен. Мы должны посмотреть еще раз. И не из немогшей Он не помышлял, что тело его почти столетного уже омертвело. Дело здесь. но ну, давайте еще следующий стих, и потом повторим. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд верия, воздав слово Господу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнят обещанное, потому и вменилась ему в праведность. Это стихи немножко сложные, но здесь мы найдем ответ на наш вопрос, откуда мы найдем веру. И здесь эти стихи очень важны для нас. На что ты смотришь? Вот здесь это очень важный вопрос. На что смотришь? Авраам здесь говорится нам, что Авраам не помышлял, что тело его почти столетного уже омертвело. У него выбор. Он мог смотреть в зеркало, он мог смотреть на свое тело и говорить, вот, я старых, мне 99 лет, у Сары 89 лет, конечно, мы не сможем родить сына. Он мог смотреть на себя, на видимое и сказать, невозможно просто забуду об этом. Невозможно. Если я смотрю на то, что я вижу своими физическими глазами, и только это, я не верю. Но он так не делал. Говорите, что вместо того, что он не, он не помышлял, что тело его почти 100-летнего уже мертвело, он не смотрел на это. Но что он смотрел? Он сказал, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обешенное. Друзья, здесь вопрос о вере. И дело здесь очень простое. Ты можешь смотреть своими физическими слова, э, глазами на физический мир вокруг тебя и говорить, что я верю только в этом и ты не будешь иметь никакую веру в Бога. И ты не будешь, как Авраам, и ты не будешь получить такие благословения, как, как он получил. Но Авраам сказал, смотреть на свое тело и видеть, что невозможно. Нет, я не буду смотреть на свое тело. На что будешь смотреть, Авраам? Я буду смотреть на Господа. Я буду смотреть на Него. Я верю, что тот, который я обещал, силен исполнить свое слово. На что будешь смотреть? На свое мертвое тело? Нет. На Всемогущего Бога. И когда я смотрю на Него, я не волнуюсь. Когда я смотрю на Него, я верю. Я вижу Его. Я знаю Его. Я вижу, что Он всегда исполнил свое слово. И несмотря на то, что я очень долго жду этого, зная Бога, зная, что Он всегда исполнит свое Слово, я верю. Я хочу, чтобы вы поняли, мы не верим в веру. Что значит? Что я не просто думаю, что вера волшебно делает что-нибудь. Вопрос не о том, что вера веру, но верю в Бога. Я вижу Его по вере, у меня физические глаза, которые видят свое тело, но у меня есть духовные глаза, которые по вере видят Бога. И когда я смотрю на Него, у меня есть настоящая вера, я могу верить, потому что я вижу и и Него. И это то, что Авраам сделал. И, братья и сестры, это очень важное дело. Куда ты смотришь? На видимое? На физическое? Да у тебя никакая вера будет. Но когда ты смотришь вверх, когда ты духовными глазами по вере смотришь на Бога, потом ты веришь, что говорится в Слове. Помнишь, что мы видели раньше? Авраам поверил Господу и вменил ему это в праведность. Друзья, здесь мы видим и секрет веры. Как я могу верить? Я могу верить, когда я смотрю на Него, не на обстоятельстве. Я смотрю на Него. И какой результат веры? Он поверил Господу и Бог вменил ему это в праведность. Господь не только дал ему сына, Господь и дал ему спасение, праведность, чтобы он мог попасть в рай. Здесь это самое главное. И поэтому мой вопрос к вам сегодня. Есть ли у вас вера? Вы говорите, у меня нет веры. Или у меня вера очень маленькая, очень слабая. А я говорю вам, вы должны перестать рас... полагаться на то, что видишь вокруг себя, на обстоятельства и поднимать взор на Господа, смотреть на Него, а потом у вас будет вера. Когда ты смотришь на Него, смотришь на Его Слово, потом будет вера. И какая вера? Если ты будешь верить в Том, что Он даст прощение грехов любому человеку, который погается в грехе и уверит в Иисуса Христа. Он даст вам прощение грехов. Вы верите? Если смотришь на Него, вы можете, вы можете смотреть вокруг и говорить, но ну, сам смотри, я, я такой грешник, наверное, Он не даст меня. Да-да, продолжайте смотреть на обстоятельства, и не будешь верить или смотреть вверх. Смотри на Него. И Господь наполняет твое сердце верой. Ты будешь верить и получи прощение. А может быть, Господь, Он дает вам обещание, а вы волнуетесь верить. Смотрите на Него. И Он даст вам все, что Он обещал. Он достоверный Бог. Спасибо за то, что вы настроились на программу Взаимоотношения через веру. Мы хотим помочь вам обрести взаимоотношения с Богом.